Апелляционный суд в Крыму продолжает допрашивать тайного свидетеля по делу Ахтема Чайгоза. Допрашиваемый вновь путается в показаниях, отказывается отвечать на вопросы защиты, объясняя, что уже давал ответ на них. Но, по словам адвоката Николая Полозова, свидетелю не задавали ранее подобных вопросов. Он не раз ошибался в информации, которую член президиума Меджлиса, которым он представился, должен знать наверняка. Заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза судят за якобы организацию массовых беспорядков под стенами парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Свидетелем стал добровольно. При этом стоит отметить тот факт, что большинство засекреченных свидетелей были допрошены следователем за день, за два до ареста Ахтема Чайгоза. Таким образом, этих людей сознательно следствие готовило для того, чтобы осуществить арест Чайгоза и дальше фальсифицировать это дело.